В отличие от гепардов, которые часто полагаются на свою высокую скорость и стремительные рывки во время охоты, ягуары обычно используют стратегию охоты из засады. Ягуары обитают в разнообразных местах, включая леса, джунгли и влажные саванны, где часто преобладают непрозрачные лесные покровы. Используя свою мощную и компактную мускулатуру, ягуары могут подкрадываться к добыче, прячась в высокой траве, и затем совершать мощные прыжки на короткие дистанции для успешного нападения. Гепарды, напротив, приспособлены к бегу на длинные дистанции и используют свою высокую скорость, чтобы догнать и поймать добычу. Их стратегия охоты часто включает быстрое преследование на открытых пространствах. Оба этих вида кошачьих развили различные адаптации в своем поведении и физиологии для эффективной охоты в своих средах обитания.